Привет-привет! Вы на канале «На семи струнах Орфея». И сегодня я хочу сделать для вас расклад, что подскажут карты на июль месяц, что нам посоветуют, какие основные какие-то пункты, на что нужно обратить внимание. Смотрим. Так, это у нас карта мыши. Говорит о том, что в июле у вас, возможно, будут траты. Так, траты, либо какие-то еще, конечно, недоброжелатели рядом могут с вами находиться. Но солнце дальше выходит, это значит, что вы совсем справитесь. То есть, если будут траты, то вы их покроете. Ну и вообще солнце проливает свет на все сферы жизни. Так. Две новости какие-то вы получите хорошие. Так, с чем они будут связаны? Связаны с любовью, с отношениями. Что-то такое должно хорошее произойти. Может быть, какие-то две встречи будут проходить. Так. И карта лиса. Ну, конечно, нужно быть еще осторожным. Возможно, ваш любимый человек будет в чем-то хитрить. Ну, или вы, конечно, можете в чем-то хитрить, не договаривать. Старайтесь все-таки, чтобы этого не было, обходить этой стороной. Так, дальше смотрим. Таро, космические циклы, что они нам посоветуют? Так. На дне колоды у нас шестерка мечей. Где-то захочется уйти, отстраниться. В чем-то, может быть, это будет в личной жизни. Так, девяточка мечей. Да, ну, нет, перевернулась. Но все-таки получится этого избежать, вот этого замкнутого состояния, состояния отшельника. Вот этого не будет. Хотя, может быть, и хотелось бы. Ой, вылетела карта. Даже две. Так, и у нас здесь все правильно. Тройка чаш, праздник. Девочки гуляют, отмечают. Посмотрите, какие красотки у них. И платьички, и шортики, и напитки в руках. В общем, будет какой-то еще праздник. И императрица, вы будете чувствовать себя на вершине. Как императрица, в энергиях императрицы. И достану еще карту из любовного оракула. Что они нам подскажут? Так, вот такая карта дерева. Красивая такая карта вот. И внизу находится сердце, крест, бесконечная звезда. И что здесь пишется? Празднуем чудо. Ваша мечта очень скоро станет реальностью. Доверяйте своему сердцу и продолжайте следовать ей. Так что уже скоро появятся вот такие вот плоды на дереве. Здесь в основном такие звездочки. Звездочки. И я думаю, что еще по судьбе будет, возможно, у кого-то, вот видите, любовь и крестик. Во-первых, может быть, встреча судьбоносного партнера, а может быть, уже оформление каких-то брачных отношений, то есть то, что по судьбе укрепить это все. До новых встреч, друзья. Люблю, обнимаю. Пока-пока.